Спасенный 8-месячный медвежонок Даша по паспорту Мила прилетела сегодня в Петербург из Челябинска, где ее покалечил дрессировщик цирка Шапито. Реабилитационному центру для диких животных Велес потребовалось всего сутки, чтобы собрать нужную для выкупа детеныша сумму. И вот рожденная в неволе медведица прибыла в свой новый дом. В аэропорту водой ее напою через дырочку. Руку поставил, она мне руку вылизала и говорит, все нормально. Во. Все нормально. Ой, видите, лежит. Хорошая занос хватит. Я тебя еще не знаю. Я тебя не знаю, малыш. Ой, все, все, кусака. Специалисты центра стараются помочь Даше быстрее адаптироваться в новом месте, учитывают привычку к прогулкам. Ветеринары говорят, что в целом ее физическое состояние удовлетворительно, она немного отстает в росте, но не в весе. А вот спасти травмированный глаз уже не удастся. Впрочем, частичная слепота не мешает медвежонку осваиваться в доме и знакомиться с воспитанниками центра, где обитает 8 ее сородичей разных возрастов. Ближайшая соседка, ровесница Даши, Маша, также пострадавшая от рук человека, у нее ампутированная задняя лапа, на первых порах не слишком доброжелательно, рычит, пыхтит и ворует яблоки. Жила Потапыч отнесся к детенышу спокойно, а двухлетние братья с интересом. Даша же демонстрирует хорошие манеры и шалости позволяет себе разве что с собакой Люмой.